За все время существования факультета более 5000 выпускников получили дипломы историков. Поступить на ИСТФАК всегда считалось престижным. В советские времена конкурс был высоким, не ниже 7 человек на место. Сейчас ситуация несколько иная. Сказывается мода на юридические, экономические, коммерческие специальности. Последние годы на ИСТФАКе наблюдается стабильный конкурс. В среднем 3 человека на место. В новом учебном году количество первокурсников увеличилось вдвое. Главнейший принцип у нас – научить студента учиться. И второе – учиться вместе со студентами, учиться всю жизнь. И благодаря этому двигаться и самому дальше. Десятки гостей из ближнего и дальнего зарубежья приехали в Минск, чтобы засвидетельствовать свое почтение белорусским коллегам. Поздравления с юбилеем сегодня прозвучали от министра образования Александра Радькова, ректора БГУ Василия Стражева и митрополита Минского и Слуцкого патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета. Но, пожалуй, самым главным признанием стали поздравления бывших выпускников ИСТФАКа. Те же, кто не смог лично присутствовать на торжествах, направили телеграмму в адрес родной «Альма-Матер». Усе іншыя факультэты яны даюць, скажем так, прафесію, а менавіта гістарычны факультэт дае адукацыю, з якой ты можаш ужо ісці свабодна, вольна па сваім жыцці і не звяртаць увагу ні на што. Сабе ёсць шансы атрымаць месца працы ў любой установе, у любы час. Среди выпускников ИСТФАКа БГУ немало известных политиков, дипломатов, ученых и педагогов. Теперь и их имена вписаны в историю. А сегодняшним студентам еще только предстоит стать достойными представителями своего факультета. Елена Михаловская, Сергей Микула, СТВ.